видим результат, когда участники нашего краевого проекта могут позволить себе, что называется, размахнуться во всю широту своих творческих, профессиональных замыслов. И то, что сегодня в Назарово мы открываем вторую уже модернизированную библиотеку в рамках краевого проекта «Библиотеки будущего», я думаю, это такой своеобразный вызов для библиотечного сообщества, прежде всего, в городе Назарово, потому что вот эти пространства, которые орошены слезами библиотекарей, они должны дать плоды в виде творческих инициативных проектов жителей города Назарово. Если говорить за современное население, современное поколение, мы понимаем, что человек стремится пойти туда, где ему интересно и где ему комфортно. И если мы вспомним эту библиотеку год назад, ну, это же такая печалька, честно скажем, была, да, с тем, чтобы заходить сюда и задерживаться здесь, вот особого желания не было. И даже если ты пришел за книгой, либо за какой-то информацией, то ты ее получал и покидал это помещение, потому что оно не вызывало у тебя ответной реакции. Вот сейчас я считаю, что эти интерьеры, наполненность и самое главное, вот все-таки красота стен, она должна быть наполнена смыслами. Однозначно, здесь предстоит очень серьезная работа библиотекарям, которые должны донести до каждого жителя, чем богата вот сейчас эта новая модернизированная библиотека, чем она полезна каждому жителю, независимо от возраста.